Доброго всем времени суток, с вами Тексар. И мы снова в Хелионе, и у нас тут, блин, свалка. Во-первых, что у нас в коварных планах? В коварных планах у нас пристыковать притащенный командный отсек к нашей станции. Мы отстрелим шлюз, пристыкуем вот сюда эту ботву, на которую мы прилетели, и пришпандурим шлюз обратно. Как-то так это будет выглядеть. Далее, поскольку мы идем отстреливать шлюз, мы, во-первых, возьмем вот это. Возьмем, говорю, взяли. Возьмем, наверное, ранец. И возьмем канистрочек. Давайте вот это тоже хапнем. Слушайте, у меня будет время ходить там раскладывать? Ну, слушай, ну, с другой стороны, рейс, он и есть рейс. Аут, согласен. Надо что-то выложить. Что мы выложим? Мы пистолет выложим, рапирку нашу. Потому что рапирка нам сейчас не нужна. Вот, бочка идет туда. А, прекрасно. У нас еще тут осталось места? Да, у нас два места вот тут осталось. Под мелочевку. Мелочевку мы давайте на базу оттащим. А что нам нужно, собственно? Вот это что такое? Катализатор. В принципе, пригодится. На базу. Инжектор на базу. Все, битком, да? Битком. Понял? Пошли. Была мысль у меня выкачать отсюда воздух, но нет. Воздух я отсюда выпущу, когда буду таскать все. Потому что сейчас, ну, я буду пилотировать, когда. Ну, мне не хочется, чтобы у меня кончался воздух. Это неприятно, у меня воздуха мало. Да, разгерметизация. И полетели. Соответственно, весь процесс я, конечно, не буду снимать. Все у нас будет такими с за кадром, с паузами, ты уже сказал, да? Орель. Так. Свет включись. Полетели к станции. Ну, home sweet home, как говорится. Домой возвращаться всегда приятно. А здоровье-то у меня не очень. Ну ладно, что? Что поделаешь? Ну не очень. Вообще надо наладить производство аптечек. У меня вроде они пока есть, я пока лечиться не буду. Как видите, на базе у нас вообще все прекрасно. Единственное, надо не прощелкать, надо, чтобы вот в шлюзе был запас азота. Ну, это нашего азотного топлива, как он правильно называется. Так, давай туда. Ох ты ж, у нас база-то без воздуха, что ли? Ну, так и ладно, и нормально. Стоямба, пошли. Да, у нас база без воздуха стоит, ну и ладненько. В принципе, это даже неплохо. Так. Скафандры укомплектованы. Так, что-то я сюда положу, конечно. Детонатор. Ну, пусть лежит. И вот это вот. Это мы копировать. Слушайте, я пока все сюда сложу. Потому что я сейчас не пойду я сейчас в этот... Как он называется? В производственный отсек. Не буду сейчас даже с этим морочиться. Я просто ботву сейчас все выложу. Вот, и пусть лежит. Так. Бачки. Так, это у меня что? Это у меня Протеус. Протеус, в принципе, штука хорошая. Мы его сейчас бросим. Кстати, что у нас на переработку дает? Ну, немного на переработку. Тут бросим его. Пусть лежит. Я потом повешу тут один такой, МК-9, один Протеус. Так. А бочки мы поставим вот тут пока. А, мы их можем обратно отнести. Можем их выгрузить и обратно отвезти. Так. Но сначала дышать. А, закись азота кот наплакал. Немножко кислорода. Давайте в руку. Заправься, дорогой. Отлично. Теперь сюда. И что у нас тут? У нас есть кислород. А, ну, прекрасно. Наличие кислорода — это шикарно. Так, и мы тогда сейчас зарядим еще одну. А, ты у нас кислород на 5, а ты у нас у тебя немножко азота. Да мы все зарядим. Но просто это будет сборная солянка у нас. У нас тут будет 5, да? У нас кислорода будет 3. А остальное будет азот.
Все, вот так вот наборчик. И будет баллончик вот этот, я отнесу его на корабль. У нас будет чисто кислородный. Ну, понятно, что все это потом будет как-то задействовано. В какой-то степени. Я же просто все беру, все заправляю. Так, позвольте. Кислород-то. Что-то как-то не вагон кислородика-то. Ох ты, и не хватило. Нормально. Вот черт возьми, да, без воздуха-то. Так снял ранец, заправил. Вот, ни хрена. Ну, я так буду довольно долго тошнить, я чувствую. Ну ладно, не очень долго. Я сейчас заряжу... Энергия прыгает туда-сюда. Я сейчас заряжу... Как его? Баллончик этот. Заряжу пистолет. И все у нас будет. Так, это мне уже... Про Дикий Запад в Стиме учат. Выгрузить. Меня пугали тут, что... Ну, не тут. Пугали меня. А зрители, что... А что мне сюда кладу? Что разработчики переделали... А, как он называется-то? Ну, хранилище ресурсов не в переработчике, а в крафтере. В производственном отсеке. И там теперь вроде с одной стороны оно стало больше, но с другой стороны ни хрена. И там можно потерять. То есть там вроде было 200, а собрались из нее сделать... Ну, короче, больше. И у них не вышло. Так, что такое? Нитраты. Ок. Конец для сбора сырья. Ноль. Ноль. 26. А что пищали-то со сбором сырья? Там какое-то что-то рисовалось, нет? Так, ладно. Ок. Игра, не выноси мне мозг. Слушайте, тут энергия, так вот наплакал. Я не знаю, что у нас столько жрет, но мы сейчас разберемся. Я так думаю, просто у нас тень. Так, тут выключено. Ну, электричества на станции просто нет. Просто вот вообще нет. А, включен, но как-то... Освещенность есть. Что не так-то? Чего мы не тянем? Что у нас такого включено, что... Фабрикатор. Этот фабрикатор вырубим пока. Пусти-ка потихоньку. Ничего, мы сейчас все это спасем. Так, а мы все же выложили, мы зарядились, нам осталось зарядить пистолет. Потому что пистолет у нас без водорода. У нас, собственно, тут водорода нету. Поэтому возмечтался, как говорится, хрен там. Ладно. Шипеть и крафтить мы будем потом. Потопали. Так, нам нужно отстрелить шлюз. А шлюз, лети. Тут главное не переборщить, потому что если он улетит очень далеко, нам будет сложно его вернуть. Так, а вот наша... Креветка с куском базы. Я зову ее почему-то креветкой, не знаю почему. То ли она когда-то называлась креветкой, то ли еще почему-то похожему. Ну, вот креветка и все. Ну, я про кораблик. Полетели. Вот, это все надо будет пришпандурить. А я бы ее пришпандурил к этой штуке с солнечными, наверное, панелями, чтобы отнести подальше от базы. Ну, наверное, так и будем делать. Так. И это мы летим вверх ногами. Да, блин. Цепляйся давай. Наружничек. Герметичность. Внутренняя. Моська. Все, готово. Фонарик гасни. Ну, давай спиной вперед вылетим. Я и так тоже могу. Так, а что у нас тут? Тут у нас, как всегда, дохренища.
батарея и т.д. Так, вот это вот заберем отсюда, барахло мелкое. Освободившись два места, надо поставить канистры, потому что ну, тут канистры стоят. Так, ладно, эту канистру нам поставить некуда, бывает. А внизу можем поставить, потому что еще раз повторюсь, аккумуляторы можно ставить куда угодно, они мелкие. Да, загнул, конечно, ну ладно. А, просто я тут еще с пола насобирал. Ладно. А, давайте набросаем их на пол, бессовестно так. Ну вот так, да. Ну, в принципе, не в переборку, и ладно. Вот. А, оттуда мы это все уберем. Сварочный пистолет заберем. Эту хреновину заберем. И там у нас будут стоять чисто канистры. Там место осталось под две канистры. Ну, собственно, вот синенькая у нас еще есть. Ну, ладно, рыжая одна. То есть, в перспективе нам нужна будет еще одна рыжая канистра, чтобы тут у нас стояло их 8 штук, и это было красиво. Так, больше пока с этим... А что трещит? Такое впечатление, что где-то искрит. Возможно, это искрит наш командничек. Так, шлюз улетел в достаточной степени, поэтому мы стыкуемся. А стыковаться мы будем... к аутпосту. И выбрано уже соляркой стыковаться. Все прекрасно. И знаете, что я не сделал? Я не посмотрел, есть ли у моего шлюза топливо. Вот это я, да, лоханулся. Не спорю. Так, давайте вот как-то вот сюда это проделаем. И туда полетим. Так, ну, я думаю, метража ради я это проделаю за кадром. Потому что вы видели много стыковок в моем исполнении. Наверное, не меньше стыковок не в моем исполнении. Так что, я думаю, пристыкуюсь я за кадром. Так, ну что ж, я сделал это. Я пристыковался. А теперь осталось только мечтать о том, чтобы у нас наш доблестный... Так, это тоже возьмем. А, наш доблестный модуль. А, как он называется, таблен. Еще катализатор. Шлюзовой модуль, во. Не улетел далеко. Так, это мы забираем. В общем, мы все это забираем, на самом деле. Оно тут нам не нужно. Вот тут что у него, кстати, поставил бы здесь. Ладно. Ага, понял. Угу. Чтобы у нас было побольше электричества. Потому что остальное, ну, мы потом это сделаем. А вот это надо сейчас. Так. А, нет, я генератор поля с собой унесу, хрена. Мы не умеем делать генераторы поля, поэтому генератор поля нам нужен. Угу. А вот это потом забрать, ну да ладно. Все, потопали. У нас полный карман всякой хрени. Сейчас у нас в планах погоня за непокорным шлюзом. Что-то прям меня эта парковка прям выморозила. Почему-то очень дергалось все, не знаю почему. Так, 200 метров от шлюза, так понимаю, вычесал, да? Да. Погнали. Кислорода у нас дофига. Полетели. Скорость хорошая. Так. Берем в прицел. Не знаю, чем вызвано. Возможно, комп... Ай, стоять. Мышку тронул. А, возможно, комп у меня пытается что-то сделать. Там загружает, может, что-то еще, что-то такое столь же неприятное. Вот. И у меня из-за этого, возможно, все очень дергалось. Просто неимоверно дергалось. Я, в общем, очень рад, что я это не записывал, потому что это было феерично. Так, полетели ближе. И давайте наш шлюз. Только бы я тут ничего не перекачал. Вот я реально протормозил, когда я его отправлял в полет. Надо было посмотреть.
Ну ладно. Прицепились, прицепились. Выдвигаем. И момент истины. Топливо есть. Шикардус. Так. А каким портом... К какому порту мы будем стыковаться? А, пока непонятно. Вон торчит палка нашего поста. Мы пока к ней полетим сейчас. И ближе к делу я выберу. Просто, ну, на глаз выберу, потому что непонятно, к какому порту будем стыковаться. А, С или Д. Нам нужен тот порт, который торчит... Я думаю, вправо вдоль станции. Так. Просто обычно, вот откуда мы летим, я ставил, чтобы влево он торчал. Шлюз на нас как бы торчал грузовой отсек, а вправо маленькая каютка. Ну, можем это дело перекрутить на самом деле. Так, сейчас явно не тот порт включен, включен дальний. Тот, который у нас под грузовой отсек в пень. Вот мне очень удобно к кораблю пристыковываться. Я бы его потом перепарковал куда-нибудь в другое место. Так, ну давайте так и сделаем. Перецепим на правый шлюз это все дело. Вот, по-моему, я на него переключил порт С. Потом их переобзовем. Кстати, интересно, а здесь будет писать? Не, наверное, не будет. Будет писать стандартный порт С и все. В общем, мы сейчас вот на тот, который только что в прицеле у нас проплыл. Стыкуемся. Ладно. Так, немножко закружило меня, потому что у меня кнопка почему-то ОБС не хотела включаться. Пришлось мышкой альтабаться. А все действия отражаются в игре, блин. То есть, чтобы чем-то таким заниматься, надо твердо стоять на полу. Мой недобитый пистолет, может быть, справится с проблемой. Может, нет. 13 все-таки довольно дофига. Маловато. Дырка большая. Это то, что искрило у нас в полете. А, в общем, что мы теперь имеем? Мы теперь имеем, как вы видите... собранную станцию. Это прекрасно. Так. Убрал. Убрал. Давайте посмотрим на наши солнечные панели. Они растопырены? Они растопырены. А, что-то как-то не все. Нет, все нормально. Они там заходят в корабль, но это тоже не страшно. Так. Что у нас по карманам? Нам нужно один катализатор установить. Ну, чтобы энергии было побольше. А еще один катализатор мы разберем, дабы уметь их делать. Так. Стоямба. Катализатор. Комцумир. Отлично. Все. Ну что ж, айда на вход. У нас все пока без дверей, без воздуха, вообще без чего бы то ни было. Полная анархия. Однако мы пристыковались. Так сказать, дальнейшее в данной серии будет у нас поработать с фабрикатором. Возможно, возможно, заполнить базу воздухом. Я не уверен, что у нас это получится, но ничего бы нет. Пытаться-то мы можем так. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть следующим образом. Мы сейчас дверь-то закроем. Я не уверен, что воздуха хватит, но вдруг... Приятнее все-таки на воздухе находиться, чем витать в космосе. Так, стоям. Ну, вот так оно будет тут открыто, пойдет. Погнали. Че, энергии-то нету? А, выключен, наверное. Так, наверх мы пока не полезем. Закрой, пожалуйста. Вот. А мы вошли отсюда. Значит, вот сюда нам. Все, я немножко перепутал, но тут куда деваться так. Тут не говорит, что там воздух. Он не говорит, что там воздух. Он говорит, что там бага. Ну, бага так бага. Сейчас перезагружусь. А, ну, вот так вот у нас на базе мрачно и уныло в данный момент. Я не знаю почему, но мы пытаемся сейчас с ним разобраться. Так, у нас солнечные панели. У нас вот тут еще солнечные панели. Все как бы включено.
Модуль врубись. Нормально. Командник врубись. Фабрикатор врубись. Мы немножко в плюсе. Да, как я говорил, нам нужна еще одна солнечная панель. А имеющиеся панели... Так, фильтр. Я не могу его выключить. А хорошо бы было бы вырубить. Ну ладно. А имеющие солнечные панели надо по максимуму зарядить модулями. Так кто? Генератор поля активной зоны. Тоже хорошо. То есть там два стоит. Тут ни одного не стоит. Тут тоже ни одного не стоит. А, это вообще корабль. Понятно. Немало вырабатывается, кстати, собака такая. У нас тут Т1 стоит. 7,6, 113. Нормально. Вырастим. Так. Та красная, значит, это потому, что тут воздуха нету. Воздуха нет, это печально. Но перерабатывать мы пока не будем. Что у нас по месту? Соточку еще можно сюда впендюрить. Мы не будем тоже этого делать. Мы поставим все сюда. Странное решение, да, на первый взгляд? Нет, не странное, так надо. Так надо, потому что я лох. Мы принесли с собой все, что надо. Поэтому давайте ставить. Во-первых, сюда. Во-первых, вот на, держи. Мы этой дряни притащили очень много. Тут на все хватит. Так. В копировалку мы понесем. Ну, вот это все. Вот это. Может быть, вот. Ну, вот это. И может быть, вот так. Хотя вот этих нам не надо вроде. Ну, ладно. Раз у нас их много, нам их не жалко. Так. Давайте. Тогда начинаем. Точка подключения. Азот. Азот. Это была синяя канистра. В принципе, синяя канистра нам куда-нибудь да нужна. Мы будем таскать с собой. А вообще, знаете, я бы ее, конечно, отсканировал, но она очень дорогая по ресурсам. Просто очень дорогая. Я помню, она прям как-то неимоверно стоила. Черт, дилемма. Дилемма выбросить. Что сделать с канистрой? Отсканировать ее или просто на корабль унести? Ну, мы их еще будем находить, я думаю. Так, теперь погнали. Во-первых, 970, да? Льда нету. Воздуха нету, кислород. Надо кинуть кислорода на наш батискаф. Воздуха нет, кислорода. Тут весь 51 закинем, давай. Работай там, очищай. Туда нужно метнуть еще немножко воздуха. Ну так, соточку давайте, да? 80. Полтинничка. На случай потери. Я надеюсь, я воздух, да, переместил. Батискаф на те воздуха. На случай потерь. Кислорода там маловато, видите, там 1000 можно, но сколько есть. Закись азота всю нахрен туда. Далее. Командник. Ну, я все это уже не собираюсь отстреливать. Я, в принципе, могу все это вот так вот забрать сюда. Место есть, место есть. Солярочка. Все, ты навсегда с нами. Heaven. Ну, смотри, 132 нормально. И на этом летать. Командник я тоже не буду отстыковывать. Airlock я тоже не буду отстыковывать. Все, они нашли свой дом. Они будут жить здесь. Так. И вот это сюда. Вот, ну, более-менее. Подзаправились, полбака есть. Теперь можем приступать к переработке. У нас есть сухой лед, мы его перерабатываем. Ладненько. Пошел расход, но у нас очень большая эта емкость. Так, ну чего? С этим мы поработали. Ай, угольные фильтры. Знаете, у меня есть и стоять мысль. Мы возьмем угольный фильтр. И дай пройду. Воздух пока есть, воздух пока есть. Давайте я свет включу, потому что мне жаловались, что темно. Так. Свет что ли мигает? Или мне кажется? Мне кажется, наверное. Что у меня есть по карманам? Ничего хорошего.
Так, ну что ж, мы в первую очередь поместим сюда угольный фильтр. Пум. Сейчас окажется, что дохренище нужно ресурсов. Вот про этот терминал меня пугали, что тут 500, а на самом деле 200. Ну как пугали, ну... Пусто. Так. А что, собственно, давайте я все отсканирую, что мне надо. Давайте посмотрим, что у нас есть в фабрикаторе. Фабрикатор, выберите. Угольные фильтры. Ох ты. Никель, айрон. Ну, у нас есть никель, айрон, ничего страшного. Так. Фильтры есть. Бур, варп, канистра для сырья, да. Аккумулятор, маленькая, скафандр. Аптечка есть, это шикарно. Ранец, гвоздодер. Ну, в общем... Ничего из этих агрегатов у нас нет, поэтому погнали. Баллоны. Пум. Баллон, сервомотор. Катализатор. Дальше у нас будет крафтить, крафтить и крафтить. Пока мы не сделаем все, что хотели. Устройство взлома. Одноразовое, но все равно приятно. Вообще, да, по сути, уничтожаем все. Так, это накопитель. Такое тоже надо. Стоямба. Так, аптечку я могу. Аптечку я могу. Что еще мне из этого надо? Да ничего не надо. Инжектор. Пум. Тут одно из двух. Или мы много будем их находить, или мы находить их будем, конечно, мало. Нанитовое ядро уровень 2. Вообще, как бы неплохо, да? Давайте. Мы же свежие будем уметь. Все? Все пожмакал. Обойму даже не знаю. А я обойму умею. Блин, какой-то мутный свет такой. Я хочу воздух. Меня прям отсутствие воздуха вымораживает. Обойма, 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 обойма. Аптечка есть. Обойма нет, пистолета нет. Ну, пистолет черт с ним. Обойму надо. Чтобы, если что, мы могли скрафтить, если нас прям прижмет почему-то. Все, готово. Что у нас тут? Ну, у нас тут запасы. На него что-то ставить надо? Нет. Это забрать. Так, все, тогда пошли. Тут что-то надо ставить. Блин, он страшно так рычит. Я боюсь, открою, и меня шмякнет. Ладно, все, тут больше ничего. Муть, муть. Сплошная муть. Надо воздухом наполнять, иначе это не дело. Так, сюда мы сервомоторы поставили. А, тут. Тут сервомотор. Тут инжектор. Слушайте, прям вот расходится. Уф, осталось все, ничего. Так. Ай, дай, вылезу. Вот сюда положим. Мало ли что, пусть лежит. Все, разгрузились, по сути. А, дальше. Пойдем что-нибудь переработаем. А, переработка. Переработка, говорю. Выгрузить. Выгрузить есть куда? 90. Да, есть куда. Тыц. А, дальше надо феррит переработать. Так. Переработочка пошла. Кислород, азот. Слушайте, а, наверное, можно будет уже генераторы включить, а? Водород 60. Но мало у нас все равно. Мы все зоны не заполним пока. Давайте пока не будем. Пока в скафандре побегаем. А потом я, наверное, заполню вот эту вот рабочую зону. И надо будет сгонять за сухим льдом. Ну, в процессе, так сказать, в полете. Выгрузить. Сгонять, привезти сюда сухого льда. Нитрата, слушайте, до хрена. У нас азот будет. Кислород 30, вообще смешно. Издевательство. Давай, лед, переработайся. И мы, наверное, запустим генератор на производство воздуха. Из этого великолепия. Кислород тоже, в принципе, нужен.
Ну, даже не знаю, баллончики заполнены. Что нужен? Нужен, конечно. Не в бешеных количествах. Опять же, мне кажется, он останется какой-то. Какая-то часть. Так. Сухой лед. Не помню, на что, на что раскладывается. Погнали. Два осталось. А, это чистый воздух. Хорошо. У нас так будет. Покрафтим, потаскаем, покрафтим. Хотел натаскать уже, честно сказать, нечего. Там остались детали, которые надо разобрать. Нормально, так уже выжрали. Так, ладно. Система корабля. Система корабля, я сказал. И нужна крафтилка, фабрикатор. Вот. Фабрикатор мы сейчас закинем железяку. 95 пойдет. Не понял. А вот так. Хорошо. Все. Вот нам там 200 эти чертовы не превысить, да? Выгрузить. Нормально, 70 кислорода. Так, хорошо пошло. Так, дальше. Из реголита, по-моему, мы ни хрена хорошего не получим. Но переработаем, тем не менее. 14, да, смешное количество. Гелий это. Ну, каким мне хреном гелий? Ладно. Ну, у меня реакторов-то не будет. И нитраты, это вот пипец, это азот наш. Да, нужно переработчик большой, который в грузовом модуле, я согласен. Заранее согласен с вами. Так, ладно, азот у нас не так много, как хотелось, поэтому мы запускаем генератор. Фильтр, генератор, пошел. Нагоняй воздух. А мы пока крафтить угольный фильтр, поэтому надо взять вот эту вот ботву. Слушайте. Я катализатор-то положил. Ага, а он нам тут и не нужен. Мы его потом поставим наверх. Когда туда пойдем. Разрушенное покрытие у нас тут. Слушай, чего только нету. А чего тут нету? А вот этого еще нету. Так. И инжектор лежит. Зачем-то? Ну пусть лежит. В принципе, он нам тут не мешает. Так, вперед. Тут главное теперь не перестараться. Ой, кислородика нету. Кислородик, кислородик. Иди сюда. Где ты? Вот он. Вот за что я не люблю без воздуха жить. Потому что вот ни хрена нет. Вот чуть походил, у тебя нет воздуха. Так, вот ты сколько даешь на переработке? 40, да? Давайте еще чуть-чуть купим. Купим, бросим. Все, закройся. А теперь крафт. Нам нужен угольный фильтр. О, нанитовое ядро. Уже сплавы. Ну. Зато мы его отсняли. Все хорошо. Так. Угольный фильтр. Не хватает ресурсов. Ну да. Или вот в этом 200. Вот в этом, наверное, 200, да? Давайте сюда перетащим все это дело. Это ж не 200. Это не 200. Отлично. Создать. Сейчас аптечку зафигачим. Отлично. Угольный фильтр пошел. И крафтим. Так. Это угольный фильтр сюда. Надо еще угольный фильтр. Потом аптечку. Я тут ничего не складывал. Вроде ничего, да. Пусто. Производитель. Аптечку. Аптечку, 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 аптечку. А, вот. Эй, аптечку. Малую. Пошел. Че, готов, что ли? Хорошо. А что дальше? Что мне было? Ну, мне еще катализаторы вот эти вот нужны, конечно. Но тут я уже не знаю. У меня не так много уже ресурсов. Но давайте произведем. Значит, один угольный фильтр я унесу в корабль.
Катализаторы нужны создать. Ну, и пока не будем свирепствовать. А, устройства взлома нужны. Устройства взлома нужны, но, по-моему, ресурсов у нас тут... Так. Устройство взлома. Вот оно, одноразовое. Погнали. Ну, я, по-моему, тут на этом ресурс-то и кончится, да? Да, никель-айрон кончился на этом. Ну ладно, бывает. Пойдем теперь с воздухом разбираться. В принципе, мне вот так можно, не трогая фабрикатора, кстати, а, да, давайте выложим. Эй! Эй! Я не хочу ручкой его открывать. Не трогая фабрикатора, мы, в принципе, можем тут вполне себе надуть кислорода. А фабрикатор мы надуем кислорода потом. Когда проведем еще железо. Что еще тут выложить? Нечего. Все, пошли отсюда. Тут запас есть. Что у нас есть в фабрикаторе? Никель-айрона нам не хватает. Ну и все, у нас больше нет никель-айрона. Может, что-то разберем. Тогда да, тогда будет. Эй. Тут не говорит, что там воздух. Так, прекрасно. Пожар. На стиропе пожар. В инженерной комнате. Здорово. А я так думаю, у нее кончилась нанитка. Спасать. Спасать стиропку. Ай, у меня же сварочный аппарат не работает. Ну, в смысле, пустой. Так. Точка подключения. Водород. Есть. Переработка. Выгружаем. Переработку загружаем. Пусть пашет. Не взял. Возьми бяку. Побежали. Так, нам сейчас все равно из кого шлюза выпрыгивать. Турелька отвянь. Я тебя потом разберу. Блин, все красным светится. Страшно смотреть на это. Так, корабль-то живой там еще? Вот воздух напустили, да? Ой, люк рядом, слушайте, удобно припаркован. Смотрите, прям из шлюза, прям в люк. Здорово. И видите, полыхает. Полыхает, мне кажется, у него просто кончилась нанитка. Но в любом случае туда лететь. Мы сейчас будем из него выкачивать воздух. Вы слышите эти звуки? А ведь огнетушителя у меня нету. Пройду, не пройду. Пройду. Гасни. Так, я надеюсь, это не я, надеюсь, горю. Пошел. Сейчас эта хрень кончится. Самый хороший способ разобраться с пожаром — это взять и выкачать воздух. Сварочный, иди сюда. Иди, говорю, сюда. Хоть это медленно работает, пипец. Так, стоп, нанитка. Да, нанитка хрякнулась. Сейчас тут еще что-нибудь там прогорит. Ну-ка. Вот тут было много нанитк. Вот они. Что-то побольше надо. Вот такое, наверное. Такое и себе в кармашек одну. Комцумир. Натяну новую. Не заметил. Прогорело. Так, далее. О, слушай, сюда надо еще фильтр. Один есть, надо еще. Но на базу, конечно, надо.
Ладно. Это вот в мусор пойдет. Этим я буду... Это я буду носить с собой. Это мы сейчас базу порадуем нашу. Ну и пока без воздуха тут все будет функционировать. Раз мы сюда прибежали. Так, я там заварил это дело. А, все у нас хорошо. Сварочник, иди сюда. Надо еще один на базу нести. Да. А, сюда, допустим. Черт возьми, это не тот контейнер. Вот это тот контейнер. Почему на эти два не могу ничего поставить? Потому что это у нас не под такое, ладно. Я это сюда могу наверняка поставить. Так, синий бак. Иди сюда. Это все топливо, это все нам нужно. Вот это вот. Азот, кислород, это нам тоже пригодится. Пустые есть? Конечно, есть. Заполненный хорошо. Устройство взлома, да, устройство взлома. Ну, тут не прибавить, не убавить. Это забрать. Тут что-то валялось. У ВАХ уже не валяется. Сглючило. Собака. Ладно. На нитке. Давайте вот одну еще унесем. Это варп-ячейки, это мы не трогаем. Ну вот как-то так. Потом будет переставить, допустим, сюда вот варп-ячейки, туда мелочевку. И будет хорошо. Так, и что я собрался таскать прямо так охапками таскать, да. Так, варп-ячейку забрать. Нифига там. Так вот. Ну, все по делу. На нитке, ячейки, ведрышки. И мы понимаем, что места для складывания добычи у нас тут нету. Так, что у нас тут? Это МК-9 лежит нафиг ненужный. Тут недособранные наши два протеуса. Причем один рюкзак у нас там лежит. Хорошо, протеусы будем собирать дальше. МК-9 нам вообще тут в пень не уперся дополнительно. Тем более у него пуза от него нету. Тем не менее, пусть лежит. Будет один МК, один протеус. А я могу нести протеус кусок? Черт, с два, да? Могу. Потащили протеуса. Мне одного хватит. Угу. Так. Стоп, я дверь могу так открыть. Кнопь? Нет, кнопи нет. Хорошо. Бросим. Да, блин. Дорожка, откройся. У нас тут нет воздуха, поэтому бояться нечего. Мы будем так жить. Все. Прекрасно. Значит, далее. Сейчас мы подготовим корабль. Корабль. Тьфу, базу. Так, нам налево, если что. Угу. Бросим. По-моему, так напрямую переделывается, да? Шлюз. Что, не все нажалось, что ли? Шлюз. Ок. Во. Это у нас будет база. Слушайте, оно за главными не хочет. Не хочет. База. Вот так вот. Гадай тут, что куда ведет. Я тут все время путался и шарахался. Эй, дай пройду. Турели я поснимаю и разберу, но потом. Я не думаю, что с них много металла падает. С них, скорее всего, много всяких интересных материалов падает. Так.
Слушайте, я тут рюкзак бросал. От Протеуса бросал рюкзак. Где он? Автоматическая уборка мусора? Хорошо. Наши придут, хлебушка попросите. Так, туда Протеус. А вот МК-9 наш. Мы его отнесем в шлюз и закинем... Так, я опять без света хожу, да. И закинем там шкафчик, чтобы отнести его на корабль. Так, у нас там будет целый МК-9 целиковый. Немножко беготни, да. Согласен. И все, блин, пока без воздуха. Вымораживает. Вот. Не забыть взять. Че, открыто? Закрыть. С той стороны. Крышку закрыть. Все, прекрасно. Вот как-то так. Секунду. База, база. Тут тоже заменим на базу. Все, погнали. Правильная дорога идет, товарищи. Должно называться. Main room, да и черт с тобой. Main room тоже меня вполне устраивает. Итак. Сюда. А это что такое? А, туда надо ставить. Заковыряйся. Где-то у нас тут было. Вон оно. Ну, вот все сервомоторы-то и разошлись. Ты в половину уменьшаешь там, да? А, энергия. Ну, энергия, ладно. Так, там сервомотор и инжектор. Тут сервомотор и фильтры. Нам нужен еще один сервомотор. Но я не знаю, с чего его разобрать. Железо нужно. И давайте посмотрим, что у нас тут по воздуху. По воздуху у нас хрень. 700 это рыдание. Кстати, инжиниринг рум в Батискафе у нас все еще продолжает гореть, полыхать просто. А, ладно, допустим, мы решим наполнить. О, БСПМ тоже горит. Ну, смотрите, Heaven Main Room, 514, почти все свалит отсюда. Ну, то есть мы можем заполнить Heaven полностью воздухом. И все. И более ничего. Кислород мы выработали весь. На этом деле. Что у нас осталось? Кислород у нас осталось просто до хренища. У нас... Вот в чем дело. Вот сюда надо. Азот. Весь. А вот кислорода мы половинку, да? Допустим, 60. Ну, 70. Вот так. Давай. Качай воздух. Ну, слушайте, мы так можем. Выгрузить. И давай еще нитратов махнем. Не так все плохо в этой жизни. Ну, давай, переработай уже. Энергии, кстати, в вагон. Я, конечно... Жматяра знатная, но вагон. Просто вагон. Так, система корабля. Что у нас тут? А, кислород весь ушел. Азот нет. Ладно. Ну, 47 я оставлю. Мало ли что. Равно как и закись азота оставлю. Никель-айрон. Все, никель-айрон в пролете. А что мы имеем тут? В системе жизнеобеспечения. Угу. Тысяча с чем-то. Ну вот, вот с этим уже можно жить немножко. Давайте посмотрим, что у нас с пожарами. У нас в солнечных панелях пожар. И в корабле пожар. В корабле пожар, черт с ним, а в солнечной панели надо бороться. Пойдем, у меня воздуха уже мало. Пойдем со мной, Турелька. Не понял. Вот так, да? Ну, ладно. Я с тобой потом разберусь. Так, а тебя куда-то можно выложить так, чтобы... Блин, сколько у меня всего. Нельзя. Я просто хотел его разобрать.
Так, что у меня тут есть? Протеусовый ранец. Реактивный ранец просто. Блин, я просто даже не выложил. Брось. Да сколько же у меня всего этого тут валяется-то? Иди туда. Так. Ну что тут? Я застрял? Я застрял. Ладно, полетели, порядок наводить. Заварим пожарчик. Так, ну, я, наверное, узнаю этот момент. Так, ну что ж. Я заварил дырки в корабле и заварил дырки в станции. Пожара больше нет. Генератор вырубаем, но свое дело сделал. У нас кислорода больше нету. Давайте посмотрим, есть ли. Ну, по-моему, нету. Потому что, ну, вот тут 47, это я оставляю, тут, видите, кончилось. Азот еще пока есть. Воздух просто навалом. Все прекрасно. Теперь давайте попробуем заполнить центральную часть станции воздухом. Итак, airlock открыт. Ну и ладно. Почему-то на батискафе что-то полез-то. Что нужно заполнить? Нам нужно на хевине заполнить главную комнату, это 500. Коридор Б. Коридор Б. Так, main B. С этим покончили. Фабрикатор пока ждет. Солнечные панельки надо заполнить. Greedy Dwarfs. Lower Desk. Обязательно. И вот какой там коридор, я, честно сказать, не помню. Со шлюзом, но какой коридор у нас шлюз, это черт его знает. Сейчас пока не получится, да, пока не заполнится, кстати. Опачки. Вот так. Далее. Включение нашего хранилища воздуха. Не хранилища воздуха, как его назвать-то, собаку такую. Так. Да, нам надо не все перетащить. Вот так немножко, 11. Чисто на поддержание. Не знаю, сколько он жрет на поддержание, но все, у нас светло. Дымно как-то, да? Но в целом неплохо. Да, я знаю, там их прошлого, может, не там. Но я его пока не возьму. Так. Все, этот выключен, этот тикает. Вот тут непонятно, что 0.15. Что имеет в виду эта собака, я не знаю. А воздух тут теперь везде есть. Это остаточное явление, потому что светится. Если я правильно понял. А, нет, коридор А. А там С. Пойдем заполнять. Открыться не хочешь? Ох уж от меня автоматика. Не, ну я тебе так открою что-то. А, это не автоматика, это багулины. В общем, сейчас... Перезайдем. Ну вот, открылось. Все прекрасно. Так, коридор А. Коридор А. Он быстро заполнится, потому... А что, 78-то? А, качество не очень, да. Ну, сейчас накрутит, мне кажется, да? Мы же фильтр включили. Один. Коридор А готов. Вот, может, я со зла все это дело поубирал. Я не понял. Докинг-порт А. Это у кого докинг-порт А? У СПМ? У СПМ-ки, что ли? Тут что, готово? А, коридор А. Давление есть. Что не так-то? И гравитация выключена. Ага. А включен у нас в Б и в С. Мы по гравитации можем, видите, гравитация включена. Значит, сюда и сюда что-то подключено. А, высосим. Далее, шлюз.
Airlock наш несчастный. У него Airlock Room и Prep Room. Почему Airlock Room у нас без воздуха, я не понимаю. А, все, понял. Да, все, нормально. Без результата, вернее. Это что у нас тут закрыто. Открыто, вернее. Нельзя надуть ничего. Тут все пучком. Хорошо. Все, мы теперь можем совершенно спокойно пойти и с воздухом дойти на выход. Вот это я и называю жить с удобствами. Так, ты кто? Протеус. Знаете, один Протеус у меня тут уже есть. Поэтому вот этому Протеусу судьба. Протеусу не судьба. Знаете, почему Протеус не судьба? Потому что там воздуха нет, я туда не дойду. Все, прекрасно. Здесь работает Протеус, я отнесу в шлюз. Ладно, пробегусь, заодно проверю, что все верно. Тоже, в общем-то. Только не багуй, мне надоело перезагружаться. Так, микрофон, иди ближе. Так, ладно. Шлюз. Все хорошо, все освещено. Как-то вот ощущение дымности. Тут еще этот лежит. Ладно, будете вдвоем лежать. Вот так. Все. Последнее действие. Я уже, наверное, забегал у вас. Последнее действие. Нам нужно выложить сварочный пистолет. Видите, все заблокировалось, потому что там воздуха нет. Нам нужно выложить сварочный пистолет. Оставить его на базе. Нафиг. Один. Полностью заправиться. Ну и отбыть в нашу креветку. В принципе, креветка полностью готова к полету. Так, пистолет. Кладем сюда. Вот, вот. Он, ну, в принципе, в нем немножко есть. Да? Все. Если что, тут есть чем подварить. Далее, заправочка. Тут что? 70 из 80. Заправляем. Водород, иди сюда. Есть. Далее. Наш скафандр. Заправочка. Заправка. Сам разберешься, сам разберется. Прекрасно. Далее. Вот эти вот баночки наши. Это баночка кислородная. Чистой воды. У нас там где-то в корабле еще баночки валяются пустые, но черт с ним, переживем. А, не так нам много надо. Хотя на самом деле много. Переживем. Так. Ну, я не побегу просто сюда еще раз заправлять. У меня вот этих трех банок, я думаю, хватит надолго. А, азот, кислород. Кислород и... Пусто, опять кислород. Столько-то кислорода нам хватит. Куда нам больше-то? Все. Так, пробегаемся еще раз по списку. Это угольный фильтр нам в корабль. Это наша нанитка, которую мы носим с собой на всякий случай. Взламывалка. Три баночки полных. Канистры на корабле. Это заряжено. Все, можно идти. Станция у нас, как видите, в чистоте и в порядке. 85. Она апнет качество воздуха, будет совсем все прекрасно. Давайте напоследок еще глянем, как у нас тут с нанитками везде. Так, ну, в шлюзе как-то ее мало на нитке. Но нигде не угрожает. В команднике что-то какое-то фуфло, да? Не пишет сколько. Но 7000 мало. Ладно, сейчас туда не пойдем. Вот, 8000 в солярке. Мы сейчас проходим мимо, посмотрим, насколько этого счастья хватает. И в самом хевене 400000. Это что у тебя тут стоит такое? Жуть, не 4 дня. А, ну что ж, пойдем. Все. Так, солярка. Где дисплей? Вот. 2 часа 14 минут. Хреновато, честно сказать. Пролетать-то я могу больше 2 часов. Ох ты ж, зараза. Давай вот так. Понял. Вот так. Ну, 6.20 еще куда не шло. В них надо зафигачить обычные нанитки, которые, ну, не продвинутые.
Так, где еще на нитку набросал? Тут я набросал. Блин, барахловая зараза. Ладно, пусть тут валяется хоть какая. Вот эту. Эту надо как-то донести до верха командника. Ну и что мне делать? Ответ один. Выключать и все выкачивать нафиг. Пусть без воздуха стоит. Погнали. Что тут еще скажешь? Ну, мы посидели с воздухом. У нас был шанс. Командник надо. Надо, елки. Куда деваться? Так. И по этим, по всем. Надул воздуха. Ну, уже жизнь по-человечески, фактически-то. Сейчас мы все это выкачаем. Lower Decks долго, конечно, выкачивается, большая она палуба. Ну, это у нас еще пока не поздно, не пусто. Ну, ладно, это не страшно все. Чуть не задохнулись. Вот. Вернемся, и все нам будет. 8. Военная на них защищена. Ну, в общем, надо крафтить простые и не париться, потому что тут же стоит простая на 2 дня, да? Простая первого уровня. 4 дня. Че я военные-то эти ставлю? А еще, кстати, военные ставлю. На 6 часов. А, наверное, потому что я не могу скрафтить обычные. Мне не из чего. Откройся. Ну да, давайте посмотрим, конечно. Обычная она нитка. 50-50, хрена. Ладно, на военных поживут. В конце концов, я не на сервере живу. У меня тут только время моих полетов. Но надо постепенно переходить на обычные. Воздействие на мою станцию не такое большое. Обычнее было бы очень даже кошерно. Открывайся. Так, я думаю, нам тут доверху долететь не проблема. Там открыто все должно быть. Ой, блин, тут еще турель. Так, ладно, что искрим-то? Или мне кажется? Мне не кажется. Тут у нас... А, ну я что-то не заходил, я просто привез ее и все. Ладно. Потратим немножко водорода. Зато я знаю, где у меня еще одна турель, которую я тоже разберу, потому что турели не нужны. Откройся, да? Что лежит? Патрон для рапиры. Реактивный ранец. Военная нанитка. А ничего так. Берем. Нанитровое ядро. Уровень 1. Детонатор лежит. Пистолет лежит. Отсюда надо все уносить. Реактивный ранец, черт с ним. Сингулярочку возьмем. Такой нормальный склад. Да и ранец я возьму. В конце концов. Причем джентльмену не взять ранец. Так, пистолет. Пистолет не возьму некуда. Каска. Куда-нибудь закинем. В конце концов, сюда закинем. Пусть висит тут и напоминает о своем присутствии. Вот так. Отлично. Так, пушка, ты допрыгаешься. А что я тут хотел? А, на нитку я тут хотел сменить. Что я хотел? Иди сюда. Иди туда. Что имеем? Те же 6 часов. Ну, в общем, что-то с этим надо делать. Так, возможно, следующий заход воздух тут уже будет, поэтому дверку мы стоять закроем. Полетели. Да выпрямись ты. Вперед, 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 вперед. Опа, есть. Тут тоже закрываем. Ну и идем на выход. Нам только надо не шлюз, нам нужен коридор А. Длиннющая серия получилась опять. Ну, я люблю. Вы уже, наверное, заметили, да. Так, все.
Харе тратить кислород. Сейчас запакуемся, и все нам будет. Допустить уже. Все, все. А, наружная дверь. А что, я не могу отсюда герметизацию нажать? Ну, не могу. А это потому, что на базе у нас, на базе, на корабле у нас что творится. А, я его забрал, да? Могу. Умею, знаю, практикую. Так, вот так. Все. Life support. У нас к вам есть вопрос. А именно, можно ли запустить все это счастье на закачку? Тыц, 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 тыц. Эйрлок первым наполнился. Ну, берет отсюда. Он берет с базы. И баллон со сжатым воздухом тут ни хренища. По нулям. Ну и ладно. Ха. Напугали. Мне лишнего воздуха-то и не надо. У меня вот сейчас все заполнено по всем точкам. И меня это устраивает. Так. А, life support. Пошел. Вот сейчас меня обеспечивает база. Ну, ладно. Все, мы готовы. Мы принимаем бой, как говорится. Так, это мы все сейчас выложим. Всю эту фуфлыжность сюда. Потому что нам не надо ни в коем разе. А, детонатор сюда тоже. Вот так. У нас есть один детонатор запасной. И много-много ячеек. Нам просто облетаться на этих ячейках. И мы наверняка еще найдем. Хм, она не пустая, елки. А с чем? Лед, нитраты. Пофигу. Есть одна целая, хорошо. Так, а и... А, у меня больше нету, да? Да, мы же еще одну должны были добыть. А еще одна не торчит из этих, из буров? Вроде нет. Вроде батарейка из одного торчит, а бачок не из одного. А, все, господа. Наша хозяйственная деятельность закончилась. Что у нас дальше? Дальше у нас будет полет за... В общем, нам еще нужна солярка и нужен грузовой отсек. В какой последовательности я все это добуду, я пока не знаю. Плюс еще будет посещение астероида. Да, я знаю, что квесты и все такое, но по квестам я пока не полечу. Мне нужны, так сказать, прочные тылы, куда я могу возвращаться. Поэтому я сначала буду строить базу, уж не обессудьте. В прошлый раз я совмещал, получалось, но, на мой взгляд, не очень хорошо. Поэтому сначала я хочу построить базу. До конца, до постройки базы мне осталось солярка и грузовой отсек. Каюта это опционально. Будет хорошо, не будет, хрен бы с ней. Да, и заправить базу, поэтому я по дороге посещу астероид. Естественно, все это там будет писаться тоже так, с монтажом. Прям уж нудного копания не будет. Реголит нужен, блин. К счастью, у меня много азота на базе. Это радует. Возможно, хватит заполнить воздухом все, мне только кислорода не хватает. Вот если азота не хватит, тогда нам лететь на Эверест, по-моему, на астероиды. В общем, как-то так. А в плане, так сказать, бонуса давайте немножко посканим. Ну, отлично. Вот мы тут сидим. Эти все астероиды. Это Пан-4, который мы когда-то отсканили. Он так и летает, собака. Это что? А, это Broken Marble. А, мне говорили, что прям вот на орбите, на моей же, тут летают базы. Но сами понимаете, вот этим лучиком, вот этим вот хилым этим лучиком, у меня орбита очень большая. Я хрен что насканю. Ну давайте, я попробую, я искренне попробую, но я не верю. Вот давайте в сторону куда-нибудь сканировать. Просто мне говорят, что командники летают вот на этой большой орбите. Ну блин, я вот этим не отсканирую. Вот, хоть ты удавись тут. Не отсканирую, и все, Пан-4. Пан или пропал? Ну вот, вот и все, собственно. Ну вот, куда я... Вы видите, насколько этот сканер работает. Так, это я в какой плоскости кручу? Как-то она странно крутится, да?
Вот в этой плоскости хорошо крутится. А вот еще как-то не очень. Ну, в общем, так, сканировать, сами понимаете, как это. Неинтересно. А на этом все. Чего-нибудь хорошего. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. До новых встреч.